У меня вообще есть тайная надежда, что это все ненадолго, но я не очень понимаю, каким образом. А откуда Бродский знал про письмо генералу З? Да знал он прекрасно, еще раз говорю, потому что З – это последняя буква в алфавите. Они Бродского не читали, не сомневайтесь. Они письмо генералу З не является их настольной книгой. Но это предсказание очень важно. И, кстати говоря, случайных вещей не бывает. Вы перечитайте у Бродского вот это письмо генералу З, его финал, где все совершенно понятно, чем кончается. Там генерал, помните начало его? Генерал, наши карты дерьмо. Я пас. Вот это, поймите, что это сбывается на слово. Но это лишний раз повторение ЖД, понимаете? Слов не осталось, буквы только.